Очень интересная позиция Верховного суда о злоупотреблении правом при прекращении энергоснабжения. В частности, Верховный суд говорит о том, что если организация, монополист в предоставлении энергоснабжения прекращает энергоснабжение организации должника, и это приводит к нарушению прав добросовестных граждан, потребителей, то это может быть расценено как злоупотребление правом. То есть обязанность энергоснабжающей организации монополиста обеспечивать энергоносителям соответствующим образом тех граждан, которые добросовестно оплачивают полученную энергию. Вот это, дорогие друзья, очень интересная позиция. Поэтому если у управляющей компании есть долг перед энергоснабжающей организацией, это не значит, что должны страдать интересы жильцов многоквартирного дома, которым управляется управляющая организация-должник.